концертний зал Могилєв, інваліди по зроку, люди з проблемами слуху, колясочники. Усього 130 удільників з Бобруйського, Могилєвського, Шкловського, Глузького району, а так само з Могилєва і Бобруйська. Сьогодні у нас мероприятие эксклюзивное, потому что оно проводится впервые не только в Могилевской области, но я не побоюсь сказать, что оно проводится впервые вообще в Беларуси. На одной сцене впервые три общественных объединения. На сцене работает сурдопереводчик. Доступна сцена для инвалидов-колясочников. И, ну, вот видите, как все очень хорошо, здорово организовано. У межах мероприемства и выстава. Вышивка, вязаные речи, соломка, эксклюзивные распроцовки. Удельники демонструют шматграны своих прихильностей. Сярод гостей и активные болельщики самого разного возраста. Это недавний наш участник. Вот. Зовут ее Марианна. Будет болеть за вас. Будет болеть за всех. Люди с ограниченными возможностями, они обычно, ну, перспективы у них небольшие на простых работах, вот, физических, а так они самоутверждаются все-таки как личности. По слову жюри, усе удельники талановитые люди, яким потребна не только увага, але и магчимость самореализации. Они очень хотят петь, несмотря на все свои недостатки. Ну так природа, так получилось. Но они хотят жить, как все нормальные люди. И вы сейчас убедились, глядя на них, как они переживали, как им хотелось показать. Переможцы конкурсу примуть удел у творчих мероприятий республиканского уровня, а для артистов уже сама могилевская сцена дает стимул для дальнейшей творчества. Спасибо!